Сегодня около 4 часов вечера на пересечении улиц Свободы и Маяковского произошел взрыв автомобиля Suzuki Grand Vitara. Как сообщили очевидцы, эпицентр взрыва находился в районе водительского сидения. В результате ЧП пострадала женщина-водитель. Взрывной волной и частями деталей автомобиля у нее были рассечены ноги. С полученными рваными ранами голени она была доставлена в медицинское учреждение города. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД и других оперативных служб города. Информация о расстреле автомобиля, ранее появившаяся в интернете, опровергнута. Лобовое стекло было пробито насквозь осколками взорвавшихся деталей автомобиля. Подробности происшествия смотрите в завтрашнем выпуске программы «День города».